долгожданный титул у нашей команды. Какие эмоции, впечатления после финала? Я очень счастлива. Думаю, что каждая девочка в нашей команде тоже счастлива. Тренера тоже очень рады, потому что много тренировались, готовились и хотели действительно победить в этот турнир. И было для нас очень важно. Мы это сделали и довольны. Пойдем на заслуженные выходные. Какие планы на выходные? Отдыхать. Я, скорее всего, поеду, наверное, куда-то за город, на водоем, может, на рыбалку. Буду отдыхать. Вообще, 8 матчей за 11 дней, это, наверное, очень тяжело было, да? Это очень тяжело, тем более, что 4 игры подряд было вообще без выходных. Это действительно сложно. Как-то, наверное, если в следующем году будет такой турнир, нужно его, наверное, больше продумать в плане выходных, чтобы спортсмены были готовы и не уставшие. Может, небольшой анализ по финалу, за счет чего так уверенно Казань победили сегодня? За счет того, что мы единая команда, мы все очень сильно хотели, старались и бились друг за другом.